Доверие глобальных банков к блокчейну. Как сообщает Reuters UK, Goldman Sachs, Group Incorporated, JP Morgan Chase и группа других финансовых учреждений, в том числе ветка междилерского брокера ICAP, инвестируют в блокчейн стартап Axoni сумму в размере от 15 до 20 миллионов долларов. Axoni предоставляет крупнейшим мировым финансовым институтам и рынкам поставщиков услуг полный пакет блокчейн-решений.